Я знаю, что ты любишь сливы. А где лучше всего эти сливы получать? Конечно же, у самих разработчиков. Большой всем тюлени привет, с вами на связи Аркадий Толкенвейт. Не успело у нас выйти обновление 2.3, да, оно выходит ровно через месяц, ну там чуть пораньше, когда у нас закончится баннер Хутао, который начинается сегодня. А стрим разработчиков, который будет посвящен анонсу версии 2.3, пройдет на следующей неделе, скорее всего в пятницу, если ничего разработчики не поменяют. Значит, обновление 2.3 уже полностью готово, и мы можем просто ожидать, когда оно будет уже зарелизено. И поэтому сегодня разработчики анонсируют набор новых бета-тестеров на тестирование версии 2.4. И именно туда ты и можешь попасть, заполнив небольшую форму. Ссылочку на форму я само собой оставлю в описании, поэтому любой желающий, в принципе, может попробовать свои силы. Но там есть все-таки некоторые условия. Первое условие, конечно же, быть зарегистрирован в официальном Discord-сервере. Поэтому, если тебя там нет, то тоже обязательно туда вступай. В принципе, там он периодически переполняется, но все-таки туда можно будет залететь. Также нельзя иметь какие-то нарушения по поводу вообще на своем аккаунте, жульничество, все 5-10. И также нужно иметь 18+ возраст. После этого спокойненько заполняешь форму, и там есть несколько интересных моментов. Во-первых, тут внезапно спрашивают, прошли ли вы Витую Бездну, 12-й-3 этаж, на версии 2.2. Обычно все-таки таких вопросов не задавали, а тут вот внезапно все-таки решили спросить. Отсюда можно сделать вывод, то, что в версии 2.4 будут, возможно, какие-то интересные изменения в Витой Бездне. Может быть, новые принципы, может быть, новые противники. В общем, видимо, разработчики хотят потестировать на людях, которые действительно проходят Витую Бездну, и с них можно будет собрать какой-то интересный фидбэк. В любом случае, это действие совершенно бесплатное, тестировщики ничего не получают, кроме как доступ к закрытой информации, которую, кстати, ни в коем случае нельзя распространять, иначе можно будет получить по шапке. В общем, как-то так, надеюсь, то, что кому-нибудь из русскоязычных игроков удастся попасть на закрытое бета-тестирование, и вы сможете увидеть версию 2.4 быстрее и раньше всех. А на сегодня это все. Вечером сегодня в 9 часов, да, сегодня стрим начнется немножечко пораньше, потому что очень много желающих пооткрывать Хутао. Да, в 9 часов я жду тебя на прямой трансляции, будем открывать, веселиться, радоваться Хутао. Там аж 100 человек записалось, вы представляете, сколько примагемов сегодня игроки потратят на Хутао и на Хому. Я прям в предвкушении. Плюс еще, возможно, у нас будет секретный гость. Но это пока секрет. На сегодня, как я и сказал, все. Большое спасибо за просмотр. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.